Привет. На карантине? А что, если надо сходить в магазин, и ты уже носишь маску 2 недели? Или твоему коту маска нужна больше, чем тебе? Можно воспользоваться бабушкиным вариантом и позавтракать лук. Нет, это не вариант. В интернете полным-полно видосиков, как люди печатают маски. Но чем я хуже? Давайте попробуем. У меня есть халявный пластик, достался мне с покупкой 2-го принтера. Даже не знаю, что это за пластик, наверное, ПЛА. Будем пробовать. При печати этому пластику нужен обдув, которого у меня нет. Потому что печатаю я пластиковыми бутылками. Ну а что делать? Будем импровизировать? Работает, но теперь все это надо разместить на станок. Да, аудиоряд сегодня у меня будет небогатый, а именно трек на стихи одного из моих любимых поэтов Иосифа Бродского. Он сейчас так актуален. Кстати, Бродский был какое-то время пациентом в психиатрической клинике. Также он был судим и отбывал наказание за тунеядство. Сейчас бы такие статьи были. Приступим к печати. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную, и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотор. Потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. У меня нос упирается прямо в фильтр. Вот здесь вот просто могут паровоз проехать. На самом деле это такое Я выбирал специально модель, чтобы распечатать из пластика, а не из резины, как некоторые печатают. Ну что, будем исправлять модель, так как это полная Намордник я буду создавать из 5 деталей, после чего склею их растворителем. Преимущество данной модели в том, что в ней есть пазы, в которые можно будет вставить юбку-прокладку для плотного контакта между телом и пластмассой. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продумал. Что интереснее на свете, стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером? Таким же, каким ты был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босоногу. В пальцах на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната. Догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито, эргосум, как заметила. В форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Порезал свои любимые джинсы, чтобы сделать юбку для намордника. Запрись, забаррикадируйся шкафом от клонуса, космоса, эроса, расы, вируса. На модный получился классный, герметичный. Есть все шансы защититься от вируса. Надышавшись парами растворителя, я возомнил себя Дартом Вейдером из моей любимой саги «Звездные войны». Так что прежде чем работать с растворителем, позаботьтесь, чтобы помещение хорошо вентилировалось. Ну а теперь отправимся на испытательный полигон под названием улица. Здрасте. Здрасте. Вирус. От пластмассы бы лицо давно замерзло. Улица метель лютая просто. Ну вот, намордник удался. Кстати, можно пользоваться не только от инфекции, но и при каких-то пыльных работах, при ремонте, например. А вообще, на Земле какая-то дичь происходит, как пишут мои немногочисленные зрители. Вроде не война, а люди гибнут сотнями. Так что молитесь за родных, учите стихи Бродского, чтобы мозг работал активней.
и храни вас Господь. До встречи. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слезь лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, расы, вируса. Не выходи из комнаты.